Банда велосипедных воров появилась в Нижнем Новгороде. Они обчищают подъезды домов, жители которых свои велосипеды оставляют на первом этаже, приковывая их цепями к лестничным перилам или батареям. Жуликов не смущает даже камеры видеонаблюдения. Подъезд. В чехле из-под ракетки кусачки пронесли, перекусили тросики, на которых были велосипеды. И в течение вот 3 минут 3 велосипеда из подъезда вытащили. Было порядка 10 велосипедов, из них выбрали непосредственно именно вот самые дорогие. Люди специально вот ходят по подъездам, да, и именно вот эта шайка из 3 человек, она тут орудует у нас. И они не первый раз, кстати, приходили сюда, потому что первое воровство велосипедов в нашем подъезде произошло 12 мая. У нас весь микрорайон под камерами, то есть они не боятся, знают прекрасно об этом, не боятся. Даже некоторые свои лица показывают. Вот это только 10-я часть того, что мы можем моментально наблюдать. А вот все камеры, вот они. Можно здесь что-нибудь увидеть реально? Только переключай по закладкам. Людей предупреждали, что не оставляйте велосипеды, нельзя там их оставлять. Украли у людей, у которых украли один велосипед, предупредили их, не оставляйте больше там, невозможно. Задержали человека, 2 человек с одним велосипедом, хозяин отказался писать заявление. Вычислили человека, который занимался кражами вот именно по этим велосипедам. Сейчас полиция этим занимается. Полиция установила, что он проживает в поселке Ольгино, то есть Цыганское, и все. Вот он как раз фигурирует в капюшоне на съемке. Вот этот человек причастен как раз к угону велосипедов. Это не он. Совпадение, похож человек, двойник. У сотрудников полиции есть основания полагать, что к 4 хищениям двухколесных транспортных средств причастно одно и то же лицо. В настоящее время устанавливается местонахождение злоумышленника и похищенное имущество.